Оксан Сандрович, мы провели первый матч на сборах Туреччины, каким он вышел? Ну, первый матч в Турции на хорошем поле, на травяном поле, в хороших погодных условиях. Достаточно неплохой и голевой матч. Были моменты и в первом тайме у нас забить, и хорошие моменты были забить. Но в целом хотелось посмотреть на наших футболистов, как они будут реагировать на ситуации в игре под нагрузкой. И уже после этого матча, через этот матч анализировать и уже готовиться к следующим играм. Уже намного интересней у нас будет подготовка, потому что уже есть матчи, и это все-таки для футболистов это праздник, когда есть игры. Что скажете про игру Новачків, Бухала и Чернявского Молодого, который вышел на замену? Ну, могу сказать, что я доволен и тем, и тем. И мы понимаем, что где-то надо время влиться в коллектив и понять требования наши. Ну, время есть еще контрольные матчи. Я ребятам сказал перед игрой, что без ошибок не бывает, и ошибки и будут всегда, но надо их не повторять, плюс ко всему правильно реагировать на эту ошибку. Поэтому я остался доволен, и Молодой вышел достаточно уверенно на штрафной, отбил. Ну, потенциал есть у Димы, надо только, опять же, время чуть поспокойнее работать, это все приходит с опытом. Что скажете еще до соперника? Чи зіграли вони так, як ви розбирали? Смотрели, интересно, да, соперник. Перед этим как раз они сыграли с Зарей. И очень много, скажем так, опасностей создали у ворот Зари. Поэтому мы видели, что есть качественные, хорошие игроки, легионеры. И сегодня действительно на фоне их мы посмотрели свой уровень. Поэтому я остался доволен. И доволен, опять же, спаррингом, доволен соперником. Для нас это первая игра, для соперника это уже пятый матч, если не ошибаюсь. Поэтому у нас есть куда прибавлять.